Приветствую вас. Наверное, здесь ключевой момент в том, что вы не задаете вопросы вообще. Вот. И непонятно, чего вы хотите. То есть, на данный момент ситуация такова, что ситуация с девушкой, с ее опытом, негативным, травмирующим опытом, вызвала у вас воспоминания о собственном опыте, негативном. Я так понимаю, что речь идет о насилии, насильственных действиях по отношению к вам. И соответственно, да, это, ну, это проблема, конечно. Вот, ну, проблема, понятно, почему проблема, потому что вы в какой-то степени травмированы, вы травмированы, вот. И очень важно, чтобы вы поработали сами со своей травмой, чтобы вы не переживали сами по этому поводу, чтобы вы перестали жалеть себя, потому что есть ощущение, что на девушку как раз-таки вы проецируете то, что чувствуете сами, да? На девушку вы проецируете то, что вот сами вы, ну, в себе, может быть, подавили в какой-то степени. И, соответственно, это, конечно, очень вам мешает, вот, и нужно вам помочь этот момент закрыть. Нужно вам помочь с этой ситуацией разобраться, вот, для себя разобраться, чтобы вы лучше себя чувствовали, чтобы вы лучше себя ощущали. Вот. Ну, пожалуйста, вот, давайте еще я скажу немножко, пожалуйста, да, то есть вот момент, связанный непосредственно с жалостью, это отрицание нахождения человека там, где он должен быть. Вот, то есть вот, ну, вы отрицаете нахождение человека там, где он должен быть. И соответственно, ситуация достаточно здесь неприятная как для вас, потому что, по сути, вы унижаете девушку тем, что ее жалеете. Ей можно посочувствовать, конечно же, ей можно и нужно помочь, если она в этом нуждается, но ни в коем случае ее не жалеть, потому что жалость вам ничего хорошего не даст. Ну вот. Ну и, соответственно, вы, значит, как бы сами защищаете от своих собственных уже переживаний, вот, которые у вас, ну, имеют место быть. Это, соответственно, тоже проблема. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. Повторюсь. Исключительно на мой взгляд. Вот, ну, так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, точнее, на текст, который вы задаете, вопрос у вас как раз-таки нет, а вопрос нужен, что вы хотите от нас, как от психолога, что вы хотите от нас, как от специалистов, какой помощи вы хотите.
На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.